Вот это самый красивый. Подчеркивает глаза. Да что ты? Купишь два за полцены и отдам. Ух ты! Опять ты? Твоя лавка? Нет, папа моего. Почем? 800 рупий, пожалуйста. 800 рупий? Стой, стой! Для тебя 550. Невероятно. А что? Папа оставляет лавку на тебя? Он просто пошел сражаться с повстанцами. То есть его в армию призвали? Нет, он к ним сам пошел. Правда? Я бы тебя на его месте одну не оставила. Ладно. Вот тебе 300. Давай так. 400 рупий и Ганеша. Зачем он тебе? Он сломан, видишь? Ты что, не знаешь легенду? Ганеша сразился с Парашурамом у порога своего отца. Да, защищая своего отца, Шиву. И потерял один бивень в этом бою. Любопытно. Ганеша не продается. Вовремя. Так вот, держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да, и сколько запросишь? Надо попасть на грузовик, пока не уехал. А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста. Ладно. Хвалю за старание. Через мост никого не пускают. Это очень опасно. Вот что, малышка, нам было весело. Но теперь тебе пора домой. У меня в лавке есть кровать. Сдам за 300 рупий. Лучшая цена во всей Индии. Извини, я не могу. Меня там машина ждет. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт, чтоб тебя... Дяденькой! Боже! Я папу потерял. Он пошел за мороженое, я не могу его найти. Тихо, тихо.
бедняги. Итак, красная дверь. И все? Лучше, чем ничего. Попробуем. Просто зона боевого конфликта. Ничего особенного. Почему они еще здесь? Проваливайте, пока можете. Бегом, бегом, заходим! Он здесь! Что вы делаете? Смотрите! Живо! Я ничего не сделал! Проклятый шпион! Что? Нет! Фу! Заткнись! Он лжет! Нет! В машину! Шевелись! Вы ошиблись! Я вам клянусь! Я сказал в машину! Живо! Дернется! Пристрели! Слушаюсь! Ты! Со мной! Ублюдки. Проваливай! Пошел! Чего толкнулась? Ну, выбора у меня нет. Эй, погоди! Куда спешишь? Я же не знаю, вдруг прячешь чего под подолом? Руки вверх. Эй! На улицах опасно по ночам. Эй! Где живешь? Ты глухая? Отвечай! Я спрашиваю, живешь где? В Арафте. Я сейчас занят. Подождет. Слушаюсь. Ко мне срочно. Вас понял. Ты со мной. Остаешься. Сэр, а это... Да пусть идет. Слыхала? Вали! Повезло им, что я тороплюсь. Беру то, что не могу продать. Сейчас нас сменят. Поспать бы. В грузовике поспи. Нет, спасибо. Это последнее? Почти. В переулке еще пара. Сегодня выезжаем? Скорее бы. Местные достали. Нет. Асав сказал еще неделю. Как вовремя. Еще неделю в этой дыре. Помню. Розовый лотос. Что это значит? Для нас это большая победа.
дали. Давно примкнул к движению? Да, я с составом еще с тех пор, как он стал прикрепить. Я устал от этой мелочевки. А когда сражаться с тиранией? А сам говорит, что мы еще не готовы. Власть считает... Мы тут уже несколько недель. Когда выезжаем? Все по порядку. Сначала тут все соберем. Должны быть в тени. У армии повсюду глаза и уши. Охренеть. Ну да. Горячая точка. Розовый лотос. Я представляла его иначе. Стоят, что не меньше двух целей. Одна на складе, одна... Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попалась! Ты опоздала, Фрейзер! Я тоже тебя рада! Проклятье! Они перебили первый отряд! Это как понимать? Я-то думала, ты профи. Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию и маршруты. И мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность. Это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Ладно. К делу. У меня был надежный маршрут по улицам, но теперь нас уже ищут.